Опа, сливка и диплопия. Уже смешно. Реально сливку уже не смогу завязать. У N 0C КГ 6Q. Прекрасных. Так, у нас сливка и дуплопия. Так, скорость 1.12, дамаг 3.06. Терза 2.62. Ну, хоть терза нормально в этот раз. Так. Привет, Юрич. Печенье, да? Печенец. Горящий подвал ведет к горячей жопе. Нужно. Сливка. Разматывай их. О, муху убила. Молодец. Опять братоубийство на стриме. Муха муху убила. Блять. Охуеть. Как это, блять, я должен дожать? Хуй его пойми. Просто мне на лицо, блядь, села эта муха. Куда я там идти должен был? Мне это не задело. Однажды я пойму. Еще через лет 5 этих стриков. Так, я нашел ключ, это уже хорошо. Ключ на базе. Насрано. Немножко насрано. Тут у нас, походу, умный в чате есть. Это приятно. Блять, сливка, ты меня хотела подставить, я знаю. Сливка, не делай этого. Не бей его! Уйди отсюда. Да, я сам с ним раз... Ладно. Тебе в детдом отдам, сливка. В детдом пойдешь, поняла? Все мне поломало. Это надо будет там, ну пофиг. Это хорошо. Охуеть, мувы! Может, нахуй пойдешь с такими мувами? Что это, блядь, было? Эти, блядь, угольки, это пиздец какой-то, нахуй. Что это, блядь, за перемещение? В пространстве. А, кстати, я по итогу-то угадал. Здесь, походу, секретка была. Тогда печально, что я не смог ее взорвать. У меня бомбы нет ни одной. Прискорбно. Диплопию на магаз явно нажимать не планирую.
Так, ну плюс синий это прекрасно. Не хочу идти в Альтраут, ваш странный, давайте попозже в него пойдем. Того. Это пока пусть надо остается. А вот шуб было бы неплохо сейчас найти. И диплоп я тут где-нибудь бы, наверное, реализовал бы все равно на этаже. И шуб с собой бы забрал бы с кайфом. Это было бы очень неплохо. Уже был один шуб. По-видимому, уже много. Как она меня дожит? А, да, там баскет. Резко вышел. Можно было не проверять. Можно магаз там этому руму что-нибудь такое найти, нет, на этом этаже. Или хоть красное хп, чтобы я забрал, блять, этот костяное наконец. Было бы классно. Было бы крайне классно. Нельзя. Это тупик. Балдеж, правда нету ключа на и то, и другое. Куда я пойду? Ответ нахуй не принимается. В магаз или в этом руму? В магаз или в этом руму все же? Куда мы пойдем? А. Бомб мало, мне бомбы, не, бомбы оставлены, мне бомбы нужны. А нахуй я пошел сначала сюда, потом... Благо похуй, но зачем это сделал? Это, возможно, хаос карты, здесь бадди ин бакс есть. В принципе, даже кабель это неплохое, там тоже. Интересно. D8, но вот D8, конечно, это вряд ли хорошая идея. D8 это скорее обратная, это хорошая идея. Я могу подождать этаж. Ну, блин, с диплопией опять буду ходить, как баран, просто весь забег с диплопией. Просто никуда ее не заюзаю. Как обычно. Это говно на боссе. Брат говна на боссе. Еще один. Нихуя тут треугольник сделал. Бля. Это было тупо. Это было точно неумно. Вот ненавижу, когда он так делает. Еще как-то раз внезапно. Иуда не стакается, нет. Я просто, может быть, два
возрождение, ну типа, ну Хэмми 2 возрождение. То есть по итогу просто зря, видимо. Ну я могу, не, я могу, окей, я могу сделать как? Я могу сделать вот так. Только нахуя, подожди, смысл опять вот. Я могу Треньку сохранить, разве что. Ну да, я могу хп-то вообще не тратить, ладно. Я могу тогда хотя бы не лочить. Я могу не лочить хотя бы. Видимо, я так сделаю. Похуй. Будем шедоу, возможно, на ангелах. Так. То главное не уйти отсюда дальше. А, ну, кстати, окей. И, кстати, тут тоже я могу хп не тратить. В смысле, не могу Треньку не тратить. Много айтемов на защиту. И одушка, наверное, лучший айтем из возможных. Было быстрее, чем я ожидал, но ладно. Так, хорошо. Можно было кингбейк взять ради конжойна, но что-то как-то плевать вроде. Я вот хз хочу лесаду шедоу активировать. Как будто не хочу. Как будто вот вообще не хочу Сайло Шэдоу активировать. Но статы довольно пососные. Довольно пососные статы. Одинаковые. Ладно. Я могу Шэдоу активировать, знаете где? Ну хотя это примерно то же самое будет, ладно, неважно. Похуй, давай. Прокать Шэдоу тогда. DPS нормальный будет. Че я потерял? Скорость, дальность. Ладно, все остальное нормально. А че у меня... А, у меня митра, думаю, что у меня свечение странное. Ладно, я готов все же рискнуть. Папа знает, как D8 использовать. А нахуя их? Ладно. Похуй на Huge Growth. Неважно. А, стоп! Меня обманули, потому что у меня ебучий Берсрайт. Меня наебали. Меня наебали. Меня очень сильно наебали. Ебаный Берсрайт этого... долбоеба. Точно. Я думаю, что-то не то. Я по итогу наоборот потерял урон и тирейт. Я то и другое потерял. Я думаю, что-то не то. Хуйня какая-то. Ладно. Главное, я это понял вовремя. Тогда нахуй лопату, пошли D8 прокать. Блять, ебаный берсатер, нихуя не понимаю, что прокать сразу. Вообще не поймешь. Ну только терзу видно, разве что. А дэмэш вообще непонятно. Дамаг непонятный. Все-таки папа нихуя не знает, получается. Папа пиздобол. Блять, аккуратно. Ладно. Ойс хорошая. Слишком даже, по-моему, хорошая. Мне такая даже вроде не особо нужна. У меня 4, да, хп? 4 синих. Вот сейчас явно в плюс. Потерял дальность, но дальность меня не сильно колышет. Да. Ну, вот это, наверное, я оставлю. Типа, терзу я маленько потерял совсем. Там буквально крохи, а дамага получил пик с полтора, наверное. Это похоже на максимальный множитель. Все, это я оставляю и идем дальше уже тогда. Дальность, надеюсь, тоже еще может починим. Этот костер опасный, я бы лучше убрал отсюда. Он еще и с бонусом был. Мешок возьму, когда буду ластом играть. Кстати. Успею.
Херня. Бладиласт. Херня. Все равно у меня синий хп. Че толку? Так, эта санкарта нам пригодится точно. Шахты опять потащим. Башка синяя, конечно, не идеально, но... Тоже пригодится в хозяйстве, наверное. Так, я больше не лос, подожди. Что-то пошло не так. Раны и мухи подставили опять. Так, кнопку нажимать не хочу. Да, кстати, активку надо менять. Надо теперь активку точно менять. D8 я нажимать больше не планирую. А как она нынче работает? На Shadow. Что она делает? Она просто делает типа Black Heart Damage на одну руму или как? Или она вообще больше нихуя не делает? Она поди вообще больше нихуя не делает, да ведь? Это активка. Раньше это был кликер, но это было 100 лет назад. Это было очень давно. Потом мне что-то переделали, ну, мне, во-первых, дали заряды, понятно, на активку. А во-вторых, она теперь вообще, по-моему, нихера, по-моему, не делает. В принципе. Так что, полагаю, плевать на конвертер. Ну, даже если бы она и работала, типа, это все равно такое себе. Эффект очень, не очень большой. Типа, раструмы, типа, как некрономикон эффект. Это вроде... Существенно. Так, на босса я, конечно, не пойду. Хер с этим боссом. Бабах. Бабах, блядь. А нахуя еще минус дальность-то? Нам. Так, а чё? Секретка первая. Видимо, сверху здесь. Ладно, если будет 5 копеек, я все же возьму конвертер. Не до 5 копеек. Но вообще, еще вторая секретка, если она тоже выйдет вместе очевидным. Это ж прям приятный. Хорошо искать секретки. Такое. Ну, пробуем. Ух ты. Нихуя себе. Ну нормально, мне все нужно активку менять. Раз. Как раз оно. Как раз оно. Все, нож у нас есть. Шли в KFC, а там уже в шахты дальше потопаем. Вчера 4 часа убил на ультрахард. Непривычно видеть карту айтемы и обычных врагов. Это да. Хард, так, конечно, интересный челлендж. Опа, дурнули. Бля, я себя не вижу, ёб твою мать. Капец, он темный. Бесит. Нет, вообще нет никакого эффекта просто. Ну, просто ради белиала, ладно. Типа, все еще нормально. Тупо ради эффекта книжки. Урон по комнате больше не проходит здесь вообще. Печаль. Где лостик? Это тринкет, в смысле. В левом нижнем углу лост. Это другой лост. Это третья версия лоста. В игре есть три лоста. И они все разные, у них у всех разные эффекты. И разный смысл. Ну, его видно все равно, он там виден. Все равно его нормально там видно. Клинка еще на месте. Пока что я еще и не воспользовался. До сих пор. А, может быть, да, может надо именно, чтобы что-то конвертировалось. Это, кстати, правда. Надо, чтобы было синее хп последнее в списке, тогда, возможно, оно сработает. Интересная мысль. В принципе, возможно. Так, бомба это расчет, конечно, ловко, но вообще надо аккуратно. У меня бомб не прям слишком много. Я, конечно, пока есть, господи, как же я передушкой спасаюсь. Блядь, я тут не спасли. Дайте дальность, пиздец, дальность просто конченая. Просто конченая дальность.
Стоп. А сейчас ёбнуло. Чему? А, потому что сейчас, видимо, было, да, синее хп? Возможно. Сейчас вроде ёбнуло. Ладно. Пожалуй, сдержит ластов пока. Еще одного ласта дали. Тут нет секреток явно. Где они есть? Опа. Вроде Гела, но, блин, и Атама тоже хорошо. Я на Гела просто заберу, Атама брать не буду. Сильно дорого. По ХП могут быть проблемы. Учитывая, что это Шэдоу. Все полезно, но надо ХП все же не разбазаривать. Билд-то так нормальный будет. Не так Шэдоу. Надо выебываться, думаю, лишний раз. Мне еще налоги платить, кстати, надо... О, кстати, Darkness, да, эффект? Заебись, вот так был Darkness. Просто идеально. Даже ничего не потеряю. Это мечный? Ну, я его не вижу. И бомб нет уже все равно. Так, это уже две кнопки или три? Наверное, две, да? Две, окей. Так. Терза нормально. Да, в принципе, не так много потерял терзы. Он 4 сотых потерял. Забавно. 4 сотых. Трекуна пердеж взять. Пердушка будет ебашить. А, вижу супермеч на окей. Ну, похуй, посмотрим, может взорвусь и будет бомба еще. Там будет пердеть на мощно. С этим тринкетом. Надеюсь, не на меня. Митра. Митра активейшн. Уф. Ну-ка стой. Ну-ка стоять, говорю. Красавчик. Блин, я пока не хочу налог платить. Можно я не буду налоги платить? Можно бесплатно пройти. Тут было бы здорово. Это было бы здорово. Очки. Ладно. Три меченых паука. Лады. Окей. Три, блять, меченых паука. Спасибо, шахты. За трех меченых пауков. Так, мы снова левитируем. Снова цыганские фокусы.
уже, по-моему, второй раз за день. Или нет? Или вчера было? По-моему, вчера было, да? Сегодня уже было, я уже не помню. Или сегодня уже была санкарта тоже. В шахтах. Прям часто падает. Хорошо. Стоп, у меня урон базовый 20? What? Почему урон базовый 20? Хули так много? Это даже для D8 много. Чё, блядь? А почему урон не поменялся вообще? А? Это мой реально базовый урон 20? А, стоп, это реально мой базовый урон. У меня ни одного дамышапа нет. Охуеть, а чё так много? А хули тут так много? Не, я, конечно, не то чтобы против, но это странно. Это прям странно. Настолько много было урона. Вроде было меньше, да. Вроде было меньше. Так, еще другой аур сделать на самом деле. Скорость говно. 32 урона тоже неплохо так-то. А, это санкарта, да, все, точно. Сам же сказал. Санкарта же. Да, да, карта же остается. Все, все, все. Разобрались. Разобрались, а. Конечно, санкарта же остается на весь этаж. Я же там был с полетом. Все. Да, вот отобрали 4 дамага. Все четко. Загадка разгадана. Так, ну пошли в Киорсу зайдем. Свернули. Урод! Сука, опять дальность. Сразу же дальность получил. Ублюдство. Да, сука, скорость. Дай нормальный ауру. Дай мантию вообще. Причем с дьяволом. Чё, не знаю. А, она ещё не умерла, я думал, но уже всё. Беленькое хп. А, да пофиг, наверное, оставлю. Пердёж оставлю. Будем пердеть дальше. Так, это мне не надо. Это мне надо. Ничего искать не буду. Голд явно уже самодостаточно. Ладно. Подъездную. Я ненавижу эту руму, блять. Слишком надо все аккуратно делать. Кнопку один хер нажал, без принципа. Помада. Помада? Как это мада? Помада на шедоу. Она разве влияет? Но, возможно, влияет. Не помню. Да поебать. Дыма же хватает вроде. Нихуя себе пернул. Реально пердеж какой-то прям лютый. Прям лютейший. Спасибо за магнит. Спасибо за все еще хуевую ауру. Да погоди, теперь у меня как будто дамаг стал меньше, чем был до этого. Ну хотя нет, правильно, один дамаг был. Все правильно, у меня 0 айтемов на дэмэдж. Все, все верно. Это шедовый D8. 11 дамаг. Вроде все правильно. Мне игра уже, блядь, путает. То аура, блядь, то карта, то еще какая-нибудь хуйня.
Не понимаешь, что происходит. Еще эта хрень прукает. Белиаловская. Да, теперь еще $3, капец, просто все прыгает. Все просто прыгает. Туда-сюда. Еще full house. Вот нахуй не нужен. Наверное. Хотя, в принципе, может быть и нужен. Плевать. Если ауру не собью, то смысла не вижу. Типа себе ломать ауру шерплагом. Даже ради гела. И одного гела хватит. Все красиво сделать. Так, я полагаю, все же полароид берем. Это в принципе. Не, нахуй. Возьму дэмэдж. Че, пуська что ли? Че мне полароид? Нормальный выйдет шэдоу и так еще на фул хелсе. Переживем, наверное. Че, нам пресс есть? Да год попытка еще будет, наверное, будет, но когда не знаю. Явно не скоро. Вряд ли в каком-то близком будущем. Пауза в этом гринде. Тенкарта еще лучше, чем прос. Это первый демешал, да, получается? Негатив. Что я с него, по идее, много получил. Да, я с него очень много получил. Плюс 6, да, я походу получил. Если верить тому, что я вижу. Как будто плюс 6 получил. Или там плюс 5 с чем-то. Неплохо так там. А, 4. Ну, один хер, короче. Нормально получил, да. Недурно получил. Недурно. Буквально его первый демешап забег. Ну, писец. Там... Я не прям был писец, там можно было закончить файл, но просто это было бы 102-103, наверное, в лучшем случае. И то, если бы там дальше везло, ну, хер его знает. Ну, типа, там бы не было уже того, что я хочу сделать. Поэтому я уже не стал заканчивать, думаю, ладно. Можно было сделать файл, закончить, но один хер. Счастья в этом было бы мало. По крайней мере, мне. Вот там прям, да, там 2-3 дня просто все, все криво шло. Прям 2-3 дня подряд, поэтому уже жопа сгорела уже. Решил, ладно, в другой раз. Там почему еще была одна попытка, но ее на ютубе не будет. Потому что ее я закончил еще раньше. И уже решил все. Пора. Пора в рехаб. Пора в стрики уходить, все. Так что да. Ну, главное, видно, что прогресс есть. Что, в общем-то, это было главное, чтобы понять вообще, что там вообще можно добиться. Добиться можно многого, но надо уже прям реально гриндить. Либо, говорю, надо просто забить хер, и потом опять с первой попытки сделать нормальный файл. Не ебать мозги. Как это обычно получалось. Просто каждый раз понятие нормальное... попытка, но все дальше и дальше. Когда-то было как бы, если 110 было вроде норм. Теперь уже даже 105, типа, это, ну, хуйня из-под коня. Поэтому да. Планка все выше и выше. Ну, я думаю, все равно. Потом просто вернемся и нормально будет. Через паузу. Может, вообще где-нибудь... осенью или зимой. Кто знает. Может, раньше. Пока я думаю, пока я хотя бы не сделаю... Ну не PB, но хотя бы 4 за стрик на Едене снова. Я вряд ли буду делать файлы.
там посмотрим. Типа, если солью Эдена, возможно, пойду что-нибудь другое фармить в стриках. Но не Таласта. Таласта... Таласта, ну, может быть, тоже 4 цели можно было бы пофармить. Потому что сундук играть Таласта, это прям, ну, совсем шито. Ну, совсем скучно. 4 цели, может быть, там, тем более, если там его сейчас кто-нибудь там отберет. Там еще вроде парень прям фармит прям жестко. 4 цели стрик. Который я, по-моему, за 2 дня, по-моему, сделал, или за 3 дня. 18, забил хер. Там можно побольше сделать, наверное. Хотя я, учитывая, что я сделал в сундук 19 за попыток, много, в общем-то. Что самое, блин, смешное. Я сделал 4 цели, стрик 18 за 2 дня, а сундук я стримлю уже 2 года. Типа там каждые несколько месяцев, да, там уж по паре попыток, и там нихуя сделать не могу. Это прям забавная хрень. В этом весь как бы то лост. Просто, блять, лагфест. 4 цели, говорю, я, по-моему, там то ли 2, то ли 3 дня было стримов. Все, на этом все как бы кончилось. Сундук просто не заходит. Я, конечно, прям типа не сидел, конечно, там как люди типа месяцами эту хуйню не фармил, но один хер, я довольно много времени уже старал на толоста в сундук, и нихуя не получилось никогда собрать нормальный стрик. Просто хоть убейся. Не заходит. Ну и Телос, говорю, блин, все-таки слишком однообразен, слишком скучно играется. В любом случае. Его тупо неинтересно долго играть прям. Неделями. Как такой псевдо-челлендж, типа, поиграть, потыкать, но... Как и Дэна, типа, я явно не смог бы его фармить месяцами. Он очень быстро надоедает. Так, у меня это 55.